Портал Islab.ru. Я Александр Тимошенко, судья высшей категории IFBB, про-судья, судья международной категории, руководитель портала Islab.ru и... Эскин Александр, спортсмен Спортлайфа. Саша, ты приехал выступать на Арнольд. Какие цели ты преследуешь? Победить, просто банально победить свою категорию 85 килограмм. В прошлом году в какой ты категории выступал? В этой же категории, но стал лишь третьим. То есть цели самые высокие, настроение? Настроение более чем положительное и хорошее самочувствие самое главное. Форма улучшилась у тебя по сравнению с прошлым годом? Да. Я подтверждаю, мы произвели не только фотографирование, не только видео записали, но и констатируем факт. Саня добавил. Ждем от него только положительного результата. Спорт Лайф, Борис Васильев, Александр Эскин, Александр Тимошенко и Игорь Копчик для вас.